Hey guys, so I'm currently in our toolbox. Сегодня мы поговорим об одной из самых молодых спортсменок в кроссфите – Лорен Фишер. Девушка родилась 1 февраля 1994 года в США. Несмотря на свой невысокий рост, 165 сантиметров, Лорен имеет невероятную силу. Когда ей было всего 22 года, она зарекомендовала себя одной из самых популярных и обнадеживающих спортсменов, имеющих страсть к своему делу. В 2014 году девушка представляла свою страну на Олимпийских играх в дисциплине тяжелая атлетика. В весовой категории 63 килограмма среди юниоров Лорен одержала победу. В том же году она заняла 9-е место на играх Reebok CrossFit. Как же все начиналось? С самого детства Лорен уделяла много времени спорту. Она занималась футболом, софтболом, гимнастикой, плаванием и баскетболом. Обучаясь в школе Сент-Мэри в Калифорнии, девушка вошла в сборную команды по баскетболу и принимала участие в национальных чемпионатах. С ее помощью команда выиграла 2 чемпионата штата и смогла взять национальный титул. В это же время, в свои 14 лет, спортсменка увлеклась кроссфитом, но тогда она занималась им всего 3 раза в неделю по 1 часу. Когда Лорен исполнилось 18, она получила право на участие в CrossFit Northern California Regionals. Девушка выступила в соревновании наравне с более взрослыми и опытными спортсменками и финишировала 12-й в общем зачете. Это стало хорошим достижением. Результаты Лорен Фишер впечатлили миллионы людей во всем мире. С тех пор девушка ежегодно принимает участие в CrossFit Games. Она тренируется дважды в день. Утром – это приседания, рывки, пресс. Лучшие силовые результаты. В толчке 115 килограммов. При приседаниях 136 килограмм. Тяга 172 килограмма. В это же время она проводит гимнастическую тренировку, куда входят подтягивания и отжимания. Это помогает сохранять силу и дает справиться с дополнительным стрессом от занятий тяжелой атлетикой. Во второй половине дня девушка предпочитает упражнения на выносливость, плавание, бег и занятия аэробикой. Это тяжелый и изнурительный труд. Но Лорен любит то, чем она занимается. Что касается питания, то девушка не ограничивает себя. Если ей хочется есть пиццу, она не будет сдерживаться, но тем не менее старается употреблять достаточное количество белков, полезных жиров и сложных углеводов, особенно после тренировки. В 2016 году Лорен получила травму, но решила это проигнорировать. CrossFit Games 2016 она провела с болью в правой лодыжке. Позже выяснилось, что спортсменке необходима операция, которую провели осенью того же года. Однако в спортзал девушка вернулась спустя всего несколько недель. В течение 2 месяцев она занималась особой осторожностью. После полного восстановления вернулась к своему обычному режиму. Лорен Фишер воодушевила тысячи молодых девушек во всем мире на здоровый и активный образ жизни. Именно универсальность, решительность и безграничный энтузиазм Лорен Фишер делают ее популярной фигурой и вдохновляют многих начинающих спортсменов по всему миру. Больше 1 000 000 поклонников в Instagram следят за жизнью спортсменки и видят ее глубокий внутренний драйв и амбиции побеждать. Тренер Лорен часто рассказывает о том, как эта удивительная молодая девушка ежедневно приходит на тренировку с волей к победе и решимостью превзойти своих конкурентов, вкладывая всю себя. Сама спортсменка всегда вдохновлялась другими женщинами в кроссфит, их силой и формами. Именно они мотивируют ее продолжать усердно работать и вселяют уверенность на победу в играх в ближайшем будущем. Сегодня Лорен Фишер продолжает стремиться к своей цели – завоевании титула CrossFit и победы на Олимпийских играх.